Дорогие дети, поздравляем вас. Совет вам да любовь. Я поздравляю. Я очень за тебя счастлива. Это я сама собирала. Солнышко мое, спасибо тебе. Люблю тебя очень. Я смотрю, ты спелся с новым зятем. Мать, да ты никак и к нему ревнуешь. Да нет. Просто странно. В прошлый раз, когда твоя дочь забеременела, ты вел себя совершенно иначе. Вспомнил. Когда это было? 10 лет назад. Я тогда думал, мужик в доме растет. Есть на кого наследство оставить. Да, теперь приходится искать опору на стороне. А что? Может быть, он не так ярок, как некоторые, зато работящий, надежен и даже целеустремлен. Удивительно, как легко ты сбрасываешь со счетов собственного сына, Сереж. Дорогая моя жена, мать моих детей, ты же сама прекрасно знаешь, если я ему оставлю наследство, он все продаст первому встречному и деньги пустит на ветер. На что жить-то будешь? Ну, я тебе уже все сказал, повторять поздно. Черт возьми, сестренка. Пусть я окажусь неправ. Спасибо, брат. Левее, левее. Вань, ну ты что, сено-солома? Я тебе говорю, твой край левее. Ты знаешь, это Колька тащит. Я ничего не тащу. Ну что, так нормально? Сейчас. Ну так нормально. Ну, слава богу. Ванька, ну-ка прекращай мне это. Ну что, сейчас праздник только начинается, ты уж на бровях будешь. Петр Игнатьевич, вот я тебя очень уважаю, честное слово. Ну иди ты в баню, у меня выходной. Ай. Пойдем, Ваня. Пошли. Ну что, Павел Павлович, готов потолкаться за верхние ступени служебной лестницы? Ты о чем? Всему свое время.
Это что, Ковалев тебе твой фирменный продукт заказал, что ли? Часть заказал, а часть тебе бесплатно это самое предоставил. Сюда, что ли? Туда. Осторожнее. Смотри, не споткнись. Что смешного-то? А почему бесплатно? Так реклама же. Сюда же кто только не приедет. Из Сосновки, из Твери. Вот попробует мой товар, оценит, и заказы пойдут. Называется маркетинговая акция. Слушай, что за привычка вот везде эти американские словечки вставлять, а? Ну что, в русском языке слова кончились, что ли? Ой, ну не дуй ты мне в это самое, ну в уши. Ну слово и слово, тебе-то какая разница? Да такая, потому что уж ничего своего-то не осталось. Уж ты-то, бачок, ты плоть от плоти земли русской, ты соль ее, и туда же маркетинг. Потому как не было раньше понятий таких. Ну, блины там, изба коромыслова, кистенем по сусалам, опять же. Это Чайковский с этим, как его, с Мусоргским, на слова будь бруевичем. Ну, все это было, да. Вот маркетинга, зараза, не было. Это кто? Дядя Ваня. Кто? Друг. Здравствуйте всем. Дядя Ваня, знакомься, это Лена. Поздравляю вас. Желаю любви, счастья. А вам цветочки. Спасибо. Спасибо. Лен, мы отойдем? Конечно. Это хорошо, что ты женился, Леха. Человек один в этом мире быть не должен. Как на Кавказе. Знаешь, а ведь я на застолье-то у тебя не буду. Почему? Я в город уезжаю. Вон, сын за мной приехал. Ну так это же здорово, дядя Вань. Я тебя поздравляю. Давай прощаться. Настя, как ты научилась галстук завязывать? Я вон жизнь прожил, так не освоил. Пап, я посмотрела в интернете. В интернете? Ты? Угу, все. Спасибо. Дочка, ты только не переживай. А? Я быстро. Я, как говорится, отмечусь, угу. Подарок вручу и домой. Одна нога здесь, другая там. Ну, пап, с чего ты взял, что я переживаю? Ты там отдыхай, сколько тебе нужно, хорошо? Не каждый же день Королёв Ленку замуж выдает. Да. Так, все, пошел. Подарок. Давай. Угу. Так. Ключи. Ощущение вихрь снова ловлю.
Девочка Оля хочет подарить вам, дорогие молодые, незабываемое свадебное путешествие в Северную Корею. А простите, на Лазурный берег. Спасибо. Следующий подарок у нас тоже от ближайшего родственника. Антон Сергеевич, прошу вас. Здравия. Спасибо тебе. Спасибо. Антон, слушай, с самого начала как-то не заладилось. И если не будем с тобой друзьями, то, может, хотя бы врагами не будем. Всем, всем, всем! Приказ по лесопилке! Приказываю Куваева Алексея Николаевича назначить исполнительным директором! Ура! Я поздравляю! И ключ от служебного хаммера прилагается! Вот так, Палыч. 25 лет на него отышачил. А дальше смотрящего не продвинуться. А нужно было всего-навсего его Ленку покрыть. Давай, поехали. Раз, два, три, четыре. Открываемся. Оп. Дик мой. Мам, а? Да, солнышко. А мне что теперь? Дядю Лёшу надо папой называть? Ну, ты сама решишь. Ну, как бы ты ни называла дядю Лёшу, помни, папа у тебя один. А мой папа был лучше него? Твой папа был лучше всех. А кого ты больше любишь? Папу или дядю Лёшу? Ну, это нельзя сравнивать, зайка. Понимаешь, любовь, она разная. Знаешь, это как с человеком. Вот нет же похожего одного на другого, да? Да. Так же и с любовью. Ну, ты вырастешь и сама все поймешь. Главное, чтобы она была. Ну, иди ко мне. Котики мои, дорогие, мои хорошие. Я объявляю танец молодых! Ура! Иди, мам, давай. Иди, иди, давай. Луна плывет над головой под облаками. Так хочется дотронуться порой до звезд. Тянуться до небес руками. Что говорила я вчера, все не всерьез.
забудь, ты просто забудь. И не смотри назад, 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 там Млечный Путь. Давай, мам! Забудь, не обижайся, вчерашний день нам не вернуть. Очень красивая. Тебе не обязательно это говорить, нас сейчас никто не слышит. Я говорю это не для всех. Я говорю это для тебя. Правда? Я редко вру. Привет, Лен. Зачем ты пришла? Как зачем? У тебя свадьба. Хотела поздравить. Спасибо. Между нами же нет никаких обид. Обид нет. Между нами теперь Леша. Нет между нами никого. Леша твой муж. Настя, уходи. Не порти мне свадьбу. Я тебя прошу. Она не к тебе. Она ко мне пришла. Я ее пригласил. Ты же не против, сестренка? Нет. Спасибо, но не стоило. Настя, подожди, прошу тебя. Насколько можно бегать? Давай поговорим. Давай не сейчас. Настя, я не стану просить прощения. Не стану и сам себя никогда не прощу. Хотел, чтобы ты это знал. Да, ты прав в том, что случилось. Мы виноваты оба. Я тебя прощаю, и ты меня прости. Когда ты уезжаешь? Завтра. Каникулы кончились. Можно я загляну к тебе в городе? Нет, нельзя. Сергей Иванович, а позволь пригласить твою даму на рау. Ты, вот и глазки у нас загорелись. Но смотри у меня без баловства. Боишься жену отобью? Правильно. Я еще мужик-то хоть куда. Гусар! Подожди. Ты как? Привет, Леш. Я хорошо. Поздравляю тебя от всей души. А ты чего не с невестой? И я просто увидел, как ты уходишь, и хотел успеть. А, ну, молодец. Ты вообще везде успеваешь. И со мной, и с Леной. Шустрый.
Настя, зачем ты так говоришь? Я тебе никогда не изменял и никогда не врал. Все это случилось, когда ты была с Антоном. Я никогда не была с Антоном. Но все мне это говорили. Антон твой отец. И я поверил. Ну и снова молодец. Настя. Ладно, возвращайся на свою свадьбу. Тебя там ждут. Я постараюсь забыть это все, как страшный сон. Настя, подожди. Что? Ты права. Ну пойми, по-другому никак. Сделал, отвечай. Ошибся, плати. Я в чем ошиблась, Леш? За что я плачу? Я вообще не помню, когда последний раз танцевала. Ну, один-то танец-то должна помнить. О, да. Ты меня тогда так напугал. Одна, в чужом горе, среди чужих людей. Тут вдруг какой-то пьяница подкатывается. Да. А у меня ж тогда день рождения был. Пацаны прискакали. Ай, студентки московские в клуб пришли. А мы пьянющие, никто бы не вяжет. Герои что-то. До сих пор вспоминать стоит. Да, столько времени прошло. Ни студентки теперь нет, ни Петьки-комбайнера, старики. Да ладно, ну какая ты старуха. Ну, Петь, бабушка. Ой, ты знаешь, вот кажется, только вчера свадьбу играли с Сережкой. А сегодня вон взрослую дочь замуж выдаю. Да, целая жизнь прошла. Спасибо, Петя. Степа. А. Настя. Хочу, чтобы ты знала, как бы там дальше ни сложилось, я люблю тебя и всегда буду любить. Леш, иди к своей жене. Зря я пришла, не надо было приходить. Настя! Леш, иди. Не мучи меня. Давно ли ты курить начал, Паш? Спросить тебя хотел, Иваныч. Спроси. Теперь ты что будешь делать, если он правду узнает? А конкретней? Уж куда конкретней-то. Раньше он был чужим человеком. И в случае чего мы поступили с ним как с чужим. Теперь он твой зять, отец твоего будущего внука. Теперь с ним как с чужим не получится.
Так надо, Паш. Кому надо-то? Нам. Ты потом, поверь мне, позже, ты поймешь и оценишь. Да я все понимаю, Сергей Иванович, понимаю. Только чувства делают человека слабее. А когда он слаб, всегда появится тот, кто сильнее. Мне кажется, ты раньше знал об этом. А теперь, по-видимому, забыл. Нина. Почему ты уходишь? Тебя кто-то обидел? Емелин? Нет, что вы, у вас очень хорошие люди в поселке. А чего ж тогда плачешь? Свадьба. А, вот что. Прости, я виноват. Это... Не подумал, когда приглашал. Вы не виноваты, Сергей Иванович. Просто мне тяжело тут. До свидания, Сергей Иванович. А вам же рыбий жир-то уже в капсулах давали, а? А нас в наше время столовыми ложками кормили. Ужас. Противно. Но надо, от болезней там каких-то. Гадости себе представить не можешь. Я знаю, пап. Мы в 5-м классе с подружками эту капсулу раздавили и пробовали. Вот, а в ложках еще противно. Ну, значит, понимаешь, в чем суть лекарства? Горько, противно, а нужно и вовремя нужно принять. Чтоб поздно не было потом. Вот это хорошо, что с Лехой, с этим, вот сейчас так все получилось. Сущность его вся раскрылась. Какая сущность? Такая, Настя. Какая. Ходок он, бабник. И тут хорошо, что он сейчас к этой Ленке приклеился. Представь наоборот, вот вы поженились, а он начал бы гулять, налево ходить. Чего ты молчишь? Что скажешь, я не прав? Я скажу, пап, что в августе вечера холоднее, чем в июне. Замерзла. Пойду. Зятем так и не выпила. Присаживайтесь. Давай выпьем, Лешенька. Давайте. Давай выпьем за Лену. За то, чтобы она была счастлива. Алеш, я хотела тебе сказать. Лена моя дочь, и я всегда буду за нее. Если ты сломаешь ей жизнь. Я очень многое вижу. Запомни это. На всю свою семейную жизнь. За счастье, Лешенька. Пойти что-нибудь потанцевать? Где мой муж-то бродит?
чем говорили с мамой? Да так. О чем, о чем, о чем, о чем, о чем? О счастье. О счастье. О счастье. О счастье. Мы же будем счастливы. Да. Дорогие гости, прошу прощения, день был долгим, день был трудным, молодые устали. Давайте отпустим их отдохнуть. Пожелаем им побольше сил. А теперь давай! Я не плясала, просто устала. Ну, я не знаю, как там у вас в городе. А у нас после смерти траур держат. И по свадьбам, и на пляски всякие не таскаются. Да я не собиралась, Валентина Никитична. Сергей Иванович пригласил, вот и пришлось. Сергей Иванович? А что Сергей Иванович? А сама ты как думаешь? Большие деньги, они ж рука об руку с большим грехом ходят. Нет, я, конечно, ничего не знаю, через плечо не заглядывала. Но только держись-ка ты от него подальше. Да как я от него подальше держаться буду, если я у него в офисе работаю? Притом мне кажется, что он хороший человек, добрый. Ты сиди уж, раз устала. Да что ж я как тебя не увижу, так форменный инфаркт мне. И тебе доброе утро. Ого, какие люди у меня в гостях. Я во дворе подожду. Это самое. Ну, Женька-то парень хороший. Ну да, вроде. Лёг, слышь? Ему бы снова на работу устроиться. Ты же у нас теперь вроде как начальство. Ну вот и все.
Слушай, а переноси свое производство сюда. Дом-то пустой стоит. Чего ты в сарай торчишь? Да я обожду пока, мало ли чего. Да и привык уже. Так, чего насчет Женьки-то? Я поговорю с Королевым. Но обещать ничего не могу. Спасибо. Друзья, вчера у нас был праздник для всех, сегодня для избранных. Поэтому, пользуясь случаем, хочу вам представить новоиспеченного мужа моей дочери, моего зятя Куваева Алексея Николаевича. Запомните это лицо, лицо нашего времени. У меня на этого молодого человека большие планы. Возможно, кое-кому из вас через какое-то время придется вести с ним дела. Время летит, мы не молодеем. Нам нужно привлекать к работе юные дарования, юные, так сказать, кадры, которые решают все. Поэтому предлагаю выпить за новую кровь, вливание которой, как говорит мой доктор, полезно любому организму. Ну да. Спасибо, Сергей Иванович. За новую кровь! Ура! Да. Ура! Ура! Алексей. Это ваши друзья? Нет, это хуже. Как в одном фильме говорят, это лучшие люди города. Вот, держи. Пришел ответ на твой запрос из областного архива МВД. На ваш адрес? Аркадий Егорович привез. Лично в руки. Я просил ускорить, а то ты до зимы ждал. Ты читай, мне нужно отойти. Никеев Иван Борис, 55-го рождения, холост, детей нет, Магурин Семенович, Твердохлебов Степан Тюрьев. За стол. Зачем, пап? Вот правда. Нафиг я вам там сдался? Если ты не заметил, сынок, у нас сегодня праздник семейный. Можешь хоть немножко уважать свою семью? Семья? Тебе самому-то не смешно? Теперь Куваев твоя семья. Он надежный. Он мужик в доме. Отвечает за слова, дела. Ты его даже уже партнером своим представил. Из кабинетов. Вот пусть он теперь перед ними и пляшет. Я тут с какого боку? Ну как? Я вижу, в тебе проснулись амбиции, сынок. А где же были твои амбиции, когда ты бездарно спустил 2 миллиона на водку и на девок? А потом сказал, что тебе нужны еще деньги, чтобы восстановиться в институте. Взял столько же и опять просрал. Или можешь тебе напомнить, сколько раз тебя выгоняли из лучших школ? Сколько денег я потратил на эти лучшие школы? И как после всего этого я могу тебе доверить дело? После всего этого, как? Школу ты мне вспомнил? А чё б тебе ясли еще не вспомнить, а? Папа, я же, наверное, и тогда в колготке гадил, как не мужик. А ты помнишь, что ты мне сказал? В 3-м классе, когда я на лыжах 2-м пришел. Не помнишь? Я тебе напомню. Ты мне тогда сказал, что во мне нет стержня. А я тогда ползимы проболел. Каждый день после школы круги нарезал, чтобы остальных нагнать. Для тебя, понимаешь? Чтобы ты гордился мной. И так всю жизнь. Зачем стараться быть хорошим, если ты всегда говно? Значит, в том, что ты вырос таким ничтожеством, виноват я. Ладно. Теперь это уже не имеет значения. Мне нужно думать о будущем семьи. Значит так, хочешь ты этого или не хочешь, ты примешь Алексея. И не только примешь, а будешь ему подчиняться. Это без вариантов.
Хочешь, я тебе расскажу то, чего ты о нем не знаешь, папа? Он когда твоей дочке ребенка делал, еще и с Настей крутил. А я жениться на ней хотел. Я ей предложение сделал. И я бы женился, если бы не твой зятек. Он детей твоих поимел, причем обоих. А ты проглотил, схавал и раком перед ним встал. Ну давай. Бей, как в детстве. Отыграйся на мне, а потом убеждай себя, что ты крутой. Даже не верится, что ты мой сын. Ты даже девку отбить у него не смог. Ну что там, выяснил? В 96-м в детский дом подбросили только одного ребенка. Девочку. Ладно, жил как-то 25 лет без родителей. И дальше проживу. Главное, Леш, что у твоего сына будут родители. А вдруг это девочка? Мы жизни не делали. Не-а. Внук будет, я чувствую. Посмотрим. Слушайте, Сергей Иванович, а помните, Вальчик такой был? Угрюмов. Да, так себе Вальчик был. А можем его обратно взять? Он мне жизнь тогда спас на пожаре. У него мать заболела, он хочет назад вернуться. А что ты у меня-то спрашиваешь? Ты же теперь начальник, тебе решать. Значит, можно. Как решишь, под твою ответственность, под личную. Хорошо. Здорово, мужики! Привет! Ой, здорово! Здорово! А что такое, я не понял. Вроде ж вчера все порешали. Сказали, можно вернуться. Кто? Я? Я говорил с Иванычем. Он дал добро. А я не давал. Но ты вроде не должен, раз он дал. Ты, видимо, что-то не понимаешь, зятек. Ты думаешь, если ты с хозяином породнился, то теперь через мою голову можно вопросы решить? Ошибаешься. Угрюмов, пшел вон отсюда. Пшел вон, я сказал. Угрюмов, стой. Пал Палыч, слушай. Я же на твою территорию не лезу. Угрюмов останется здесь. Хочешь, звони Иванычу. А что, без Иваныча кишка танка, что ли, а? Если я сейчас соглашусь, они подумают, что об меня ноги вытирать можно. А я свой авторитет очень долго зарабатывал. Я ведь за него и убить могу. И мне похрен, с кем ты породнился и кого ты трахаешь. Ты меня понял, Куваев? Чё стали, мужики? Давайте работать. Угрюмов, ты тоже. Работаем. ЖК, ты себя не вини. Ты только повод. Между ними и так союзник, как кошка, пробежала. С тех пор, как Иваныч без ведома Палыча подрядил крысу искать Алексея. Ну, ты как? Как там твои? А, что мои? 5 минут до моря,
хороший дом, третий внук на подходе. У моих все хорошо. Сам-то к ним не собираешься? Знаешь, Сереж, как говорят, еврей, который вовремя не уехал, уже не совсем еврей. Они зовут, конечно. А ты? А я вот трапезничаю среди бескрайних русских лесов. Поговорить не дадут. Да, Антон. Пап, послушай меня, пожалуйста, очень внимательно, не перебивай. Не понял. Где ты? Я в городе, я уехал, я не приеду. Ты мне все сказал, я тебя услышал. Ты прав, мне пора становиться мужчиной, а для этого мне надо уехать. Слушай меня, чтоб к вечеру был дома. И дома мы сядем, и поговорим, и решим, кем тебе быть, а кем не быть. Ты мне условия будешь ставить? Пап, я не буду тебе ставить никаких условий и просить у тебя тоже ничего не буду. Мне не нужны твои деньги, знакомства и покровительства. Я должен сам, понимаешь? Я хочу, чтобы ты не презирал, а гордился мной. А это надо заслужить. Я правильно понимаю? Слушай, сын, мы ведь оба с тобой погорячились. Давай, приезжай домой. Приезжай. Сядем, поговорим, все спокойно обсудим и решим. Я приеду обязательно, как только буду уверен, что добился всего сам. Чтобы ты наконец понял, что я твой сын. Именно я. Я тебя очень прошу, не надо меня ждать и искать. Дай, пожалуйста, руку. Тебе. Да, Антош, это мама. А ты где? Мам, я в городе, я уехал. Ты не волнуйся, все хорошо. Я тебя очень люблю. Целую тебя, мама, пока. Бросил трубку. Я не понимаю, что происходит в нашем доме. Я поеду в город, я там на уши всех поставлю, я его найду. Сереж, не надо никого ставить. Ты знаешь, я тебе врать не буду, я тебе друг, а не враг. Послушай просто, пожалуйста, хорошо? Ты когда Антона из города забрал? 3 года назад. Вот он уже 3 года сидит у тебя на цепи. И что, сильно помогло? А что я должен был делать? А я не говорю, что ты тогда был неправ. Я, как отец, тебя очень хорошо понимаю. Нет, ты меня не понимаешь. В том-то и дело, что ты меня не понимаешь, потому что ты Бараца, а я Королев. У тебя дети в Израиле. У них все хорошо, они нормальные люди, клинику держат, а мой? Может быть, я не спорю, Сережа, я не спорю. Но вот если ты сейчас выдохнешь и послушаешь старого еврея, то ты поймешь, что рядом с тобой твой сын никогда мужиком не станет. Да. Тебя слишком много. Не могут под одной крышей жить 2 королева. Да, опять 25, слыхали уже. Ты испробовал все. Ничего не получилось. Так попробуй что-то новое. Дай парню пожить своей жизнью. Да я думал. Я бы и рад. Но я тебе голову даю на отсечение. Месяца не пройдет, он прибежит обратно. Потому что он слабак. Мой сын слабак. Вот когда прибежит, тогда и будешь делать выводы. А сейчас пусть попробуют. Я почему-то в него верю. Он твой сын. До свидания. Что-то вы сегодня поздно, Максим Анатольевич. В город ездил. Ниночка, представь, 21 век. А мне приходится им бумажки таскать. Эти налоги, отчеты. А вот интернет для чего? Так вы бы курьера послали. О, Ниночка, бывают такие документы, которые даже себе боюсь доверять. Не то что курьеру. Ладно, пойду немножко поработаю. Да? До свидания, Максим Анатольевич. Труп. Я труп.
раз неплохо сыграл вратарь. И мяч входит на угловой. Угловой сейчас будет подаваться справа от вратаря. Что надо? Больно. Что творишь? Под Архангельском один мужик дом построил деревянный. Аж 13 этажей. Все бумажки подписал. Всем чиновникам заплатил. К этому дому даже стали экскурсии водить. А как? Достопримечательность. Представляешь, деревянный небоскреб. Гордость области. И вот в один определенный момент эта хибара взяла да сгорела. А знаешь почему? Потому что на нашей земле никто не любит, когда кто-то пытается выше других прыгнуть. Наказ будет сразу. Ладно. Сиди, отдыхай, только знай, что в следующий раз в тебя уже не пыш прилетит. Крутой ты, Палыч. Знаешь, что я стучать не побегу. Палишь без предупреждения. А здесь лес, Леха. Здесь никто никого не предупреждает. Тут сразу жрут. Либо ты, либо тебя. Ладно. Засиделся я тут с тобой. А то, что стучать не побежишь, ценю и уважаю. Так что пусть твой Грюмов работает. Ты за него уже свою цену заплатил. Так себе, краснота скоро сойдет, но болеть долго будет. Сейчас. Вот, незаменимое средство.
Готов? Давай. Это что? Это из трав. Я сам делал. С собой дам тебе. Кто стрелял-то? Конобеев, сволочь. О, как это самое. В королевского зятя. Он, поди, бессмертный. Это наши с ним дела. Разберусь. Нет, серьезно, ты видела расписание? 4 патана в неделю. Ну, я будущий офтальмолог. Зачем мне патанатомия в таком объеме? Настя, ну ты чё? Ничего, устала просто. Слушай, мы сегодня с ребятами хотим в клуб пойти. Ты дашь свое синее платье? Ты же все равно не пойдешь. Почему не пойду? Ну, ты же хорошая девочка. А вот сегодня пойду. И, кстати, сама надену свое синее платье. Настя, точно все хорошо? Да, все хорошо. Неуютно в ночном клубе, это значит только одно. И что же? А то, что он недостаточно выпил. Давай я тебя угощу. Ну, давай. Можно вас? А что заказывали? Что будешь? Коньяк, виски, шампанское, коктейли. Виски! Разбавить чем-нибудь? Чистый! Не крепковато на девушке-то? В самый раз! На, запей! Ну что, стало уютнее? Пока не знаю. Тогда пошли танцевать. Пойдем. Ну что, исполнительный директор, тяжела шапка Мономаха? Нормально. Привыкну. Спокойной ночи. Нет, 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 нет. Спокойной ночи будет позже. Лен, ну я мертвый совсем. Ничего не знаю. Что случилось? Ничего. Да я посмотрю. Не надо. Что это? Лен, послушай, у меня есть своя территория, хорошо? Я же на твою не лезу, вот и ты на мою не лезь. Пожалуйста. Я ведь тебе не рассказывала об отце Наде, да? Это было 10 лет назад, я тогда в университете на юридическом училась, на 3-м курсе. Он на 5-м. Влюбилась так, как никогда не влюблялась. Но мой отец уже все порешал со своими рептилиями, вроде тех, что у нас на свадьбе гуляли. У одного из них как раз сын подрастал, вот он договорился с ним о свадьбе. А тебя что, не спросили? Кто бы мог подумать, да? Но я не об этом, я о маме. А мама что? А то, что у них, Лёшенька, с папой был договор о разграничении территорий. У мамы кухня, цветы, у папы все остальное.
Так вот, когда отец отправил Канабию со своими мужиками моему Олегу почки отбивать, она молчала. Когда меня сюда силой привезли, она тоже молчала. Когда Барац приехал, чтобы мне амбру делать, она розу подстригала, а когда я себе руки в кровь изрезала, и только так уговорила их Надю в живых оставить, она посуду мала. Понимаешь, Лёшенька? Так что у нас разграничения территории не будет. Извини. Это Канабеев. Только не говори никому, иначе у нас с тобой не будет доверия. Больно? Нормально. Ты знаешь, на что он способен? Лен, он просто злится из-за того, что твой отец его подвинул. Мы уже все решили. Иди сюда. Все нормально? Точно? Да, все хорошо. Сейчас я быстро куплю и вернусь. Ну, понимаешь, а? Ты бы еще в 3-4 часа смс-ку прислал. Ну что? Я слышал, ты ищешь того, кто на короля попер. Ну? Канабеев. Не ошибешься. Он у короля лес крадет. А ну-ка, стой. Что-то не похоже на Канабеева. Да? Он же давно с Иванычем. Не обделен вроде. Зачем ему лес воровать? Не знаю. Да, вроде живет бобылем, мать померла, но есть один слушок. В городе бабу он обрюхатил, девчонка родилась у них. То ли хромает, то ли убогая, не знаю. Так вот, бросил он ее. Ну, а теперь, может, совесть проснулась, но то, что левак со своими быками они давно гонят, пару лет точно. Значит, работают ночью по заказу. Лес по документам не проводит, берет бабло только наличными и мужикам в карманы рассовывает. Откуда ты знаешь? Андрюх рассказал. Никит.
А он откуда? Понятно. Он с ними колымил. Я никому не скажу. А деньги нужны ему были, ну. Там, женитьба, Нинка, там, то все. Он и меня к себе подтягивал, не пошел я. А чё ж ты сразу не рассказал, когда он тебя с лесопилки попёр? Кому? Тут у нас дураков до тебя не было на Палыча рыпаться. А сейчас ты, значит, решил моими руками с Палычем поквитаться? Всё, я слышал, ты крысу ищешь, хотел помочь. В общем, да-да, нет-нет, все, забыли, разбежались. Ладно, ладно, Жек, не обижайся. Я не девчонка, чтобы обижаться. Я просто хочу все расклады понять. Понять. У тебя доказательства есть? Да. Палыч фигура весомая. Моих слов против его мало будет. Ну, ищи, парень. Как доказать? Так, давай вместе пойдем к Иванычу, и ты ему все расскажешь. Ага, вот тут мне хана и настала. Если обстраивать это дело так, что волна от тебя пошла, это одно дело. Мужики на тебя обидятся, но не тронут. А если всплывет, что я их слил, не жилец я. К тому же, если доказать не сумеем. Но меня-то ты зачем позвал? Ну, давай будем считать, что я тебе анонимку прислал, да? Только ты там сам крути-верти, как хочешь, но меня не подставляй. Ладно. Что-нибудь придумаю. Не сомневаюсь. Давай. Марфуша. Марфуша, ты моя киса, мяу, ты моя киса, киса-мурыса. Смотри, что папка принес, а? Смотри. О. Ну что, Марфуша, пойдем спрячем? Пошли спрячем. Пойдем спрячем, моя девочка. Пойдем спрячем. Так, ты тут посторожи давай. А ну-ка, уйди отсюда. Иди ко мне, девочка моя. Иди ко мне, девочка моя. Девочка, скоро детки у тебя будут, а ты кусаешься. Рабочий день в разгаре, если ты не в курсе. Так ведь я как раз об этом.
оставляете, Петр Игнатьевич, работу. Официально заметь. Ты что несешь-то, бачок? Ты с утра махном, что? Да не, ну то есть, ну гуси меня, акула, ты послушай. Ты ведь на бухгалтера учился, так? Ну так. Так это когда было-то? В 90-х, когда хотел ферму поднять. Вот. А у меня после свадьбы королевской столько заказов. Короче говоря, решил я это самое, легализовать свой бизнес. Бачок, может, ты не пил? Может, тебя сметанешь на коромысло? Да я на полном серьезе, Петрух, ну хватит партизанить. В общем, оформляю это самое ИП. Да ты что? Точно тебе говорю. Так я в бухгалтерии ничего не понимаю, а ты в курсах. В общем, нанимаю я тебя. Бачок. А ничего, что я уже как бы работаю, а? Ну какая это работа, только пыль размножаешь. Она и без тебя размножится, не сомневайся. Что? Да я на поселке единственный, кто не на свой карман работает, а на страну. Я госслужащий. Я не спекулирую, не ворую. Я работаю. Да кому это твоя госслужба нужна? Пользы от нее ноль. А ну-ка брысь нахрен из моего кабинета. Спекулянт недорезанный. Я не спекулянт. Я деловой человек. А вот ты пережиток. Кончилось твое время, понял? Вон! Без тебя обойдемся. Только ты учти, что товар мой я тебе больше продавать не буду. Ватник молью еденный. Нет, позорный. Максим Анатольевич. Да. У вас все в порядке? Нет, да. Доброе утро, Сергей Иванович. Здравствуй, Нина. Привет, Анатольевич. Здравствуйте, Сергей Иванович. Чего такой малиновый с утра? Тут такое дело. Мне бы с глазу на глаз. Ну, пошли. Слушаю тебя. У меня пропал жесткий диск с налоговой отчетностью. Что? Ну, там 2008 год, помните, кризис мы, но главное другое. Там документация по сделкам в тот период, когда вы были депутатом. Там ну, уход от налогов, прочее, разное. Когда он пропал? Когда? 27-го вечером, когда свадьбу гуляли. Так что ж ты, тварь, ты боже, столько дней молчал. Я думал, что может я где-нибудь, а потом я догадался, что нужно камеру посмотреть, я боялся сказать. Максимка, ты еще не знаешь, что такое бояться. Я тебе сейчас покажу. Что тебе, Нин? Звонили насчет лесовозов, просили перезвонить. Еще из него зума. Спасибо. Вызови мне, Павел Павлович, Степан Николаевич Якубаева. Да.
Хорошо. Есть еще видео, как он в офис заходит и выходит, но там лица тоже не видно. Не торопится гнида. Как будто знает, что в офисе охраны нет. И где камеры, тоже знает. Рук не видно, но, скорее всего, в перчатках. Я, конечно, сниму отпечатки пальцев, но вряд ли можно на что-нибудь рассчитывать. Емелин, а кто должен был в тот день по графику дежурить? Я? Ну, вы же сами всех на свадьбу позвали. Я ночью вернулся, вроде все в порядке было. Я даже не думал камеры проверять. Выходит, это все-таки кто-то из своих. Кто знал, что вся охрана на свадьбе. Так, Павлуш? Не обязательно. На свадьбе весь поселок гулял. И каждый, кто может. Я вам когда сказал крысу найти? Вы что мне здесь все тут? Мозги теперь сверлите! Или кто-то думает, если меня сковырнут, он мимо раздачи пройдет? Значит, теперь будет так. Пока не найдете, кто под меня копает, никто не получит ни копейки. Можете сидеть на зарплате, можете валить отсюда. Не справляетесь, найму других. Пошли вон. Все! Куваев, ничего не хочешь мне сказать? Сергей Иванович, я его найду скоро. Я обещаю. Эй, зятёк, о чем с тестем ты шептались? О погоде. А я думал обо мне. А что, есть повод? Ты целкой-то не прикидывайся. Я же видел, как ты на меня пялился, когда видос крутили. Бортовка-то на мою похожа. Как раз ее на мне совсем недавно видел. Так ты же на свадьбе был весь вечер. Или нет? Знаешь, что меня гложет, Кулаев? Ты же не дурак. Ты не мог на меня не подумать. О чем вы с Ивановичем секретничали? Что ты хочешь услышать? Я с Ивановичем 25 лет. Я за него любому глотку порву. А если я узнаю, что ты за моей спиной, гнилые базары трешь, убью. Понял? Знаешь, Павел Павлович, еще 2 минуты назад я тебя ни в чем не подозревал. А сейчас уже даже и не знаю, что думать. Уж больно ты напрягся. Ошибся я. Дурак ты, Куваев. Ну ты сам подумай, на кой мне это надо? Нахрена мне прокурорским на какого-то Никитина стучать? Хотя про Ивановича я знаю такое, на 3 пожизненных срока хватит. А диск вишняка мне ни к чему. У меня свой диск есть. Сергей Иванович, я хотела... Господи, что с вами, а? Я сейчас скорую вызову. Не надо. Не надо скоро. Никому об этом не говори.
Сиди сам. Совсем расклеился, старик. В отпуск мне пора. Ну, прекратите, какой же я старик? Вы мужчина в самом расцвете сил. А такое на вашем месте с каждым могло бы случиться. Вон на вас же весь поселок держится. А это такой стресс, большая ответственность. Кажется, полегче. Ты что-то спросить хотела? Хотела чай или кофе предложить, но, видно, кофе сейчас не стоит. Да уж. Воды принеси. Спасибо. Тебе. Я сейчас. Ну что, рассказывай, какие планы на будущее? Да какие там планы? Дожить до завтра. И так по кругу, как в тюремном дворике. Не знаю, может, кому-нибудь из друзей устроюсь. Скормленный неволе орел молодой. Ничего не выйдет. Вы, Королёва, на дядю работать не умеете. Ну, а других планов нет? Никаких идей? Вообще, мы слишком одна в голове крутится. Но бесперспективная. Семейное кафе-кондитерское. О, как. Семейное. Неожиданно. Ну, почему же? Хоть со стороны посмотрю на нормальные семьи. Ну а что, достойная идея, должен вам сказать. Так бери, открывай. Смеетесь, дядя Илья? А что, у меня же ничего нет. О, я вас умоляю. Знаешь, у Сережи в свое время тоже ничего не было, кроме одной пары штанов и голой задницы под ними. Сейчас вон целое королевство. Да, я знаю. Только вот я не он. Да, ты не Сережа, факт. Ты Королёв. А это, знаешь, не Сидоров Петров. Это гены. Да какие гены? Мне иногда вообще кажется, может, я не его сын. Его, его, его. Ты просто приглядись повнимательнее. Ты Королёв Антон, этого тебя никто не отнимет. Даже сам Королёв Сергей. Леш, ты чего? Ничего, ничего, все нормально. Вот именно. У нас все нормально, плод развивается хорошо, поводов для беспокойства совершенно нет. Пол ребенка хотите узнать? Или пусть это останется моей маленькой тайной? Хотим. Хотим. А то некоторые не хотят знать заранее. Так, сейчас. Вот. Вот. Смотрите. Я честно говоря, не понимаю, куда смотри. Ну вот же, смотрите. Видите? Не уверен. Ладно, папаша, поздравляю. У вас мальчик. Мальчик. Именно так. Сейчас я сделаю первую фотографию вашего богатыря. Я уйду пораньше, если спросят. Я в банке. Хорошо? Ладно. Все, договорились. Королёв. Здрасте. Чё, злой, да? Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Иванович. Здравствуй, Нина. Закончишь с делами, поедешь со мной в город, у нас там важные переговоры. Так вы бы предупредили, я, может, поприличнее бы оделась. Через 5 минут в машине. Лена,
Простите. Олег? Ну, здравствуй, Лена. Приехали. А разве переговоры не в офисе будут? Нет. Квартира. О том, что я ее купил, не знает никто. Даже семья. Сергей Иванович, вы же говорили, мы на важные переговоры едем. А это и есть переговоры. Мои с тобой. Очень важные. Особенно для меня. Я хочу, чтобы ты с сыном поселилась в этой квартире. Платить ни за что не надо. Я тебя оформлю представителем своей фирмы в городе. Зарплату подниму. Иногда будешь выполнять кое-какие мои поручения. Понятно. А что взамен? Только одно. Тебе не должно быть в поселке. Простите, Сергей Иванович, но я тогда ничего не понимаю. Я в своей жизни совершил очень много ошибок. Слишком много. Раньше я думал, что все дела остаются в прошлом. Теперь понимаю, нет. Все возвращается. Все прилетает обратно всегда бумерангом. И бьет тебя по голове. Время разбрасывать камни. И время камни собирать. Знаешь? Мне кажется, я понимаю, о чем вы. Я в своей жизни разбросал столько камней, что мне их не собрать до самой смерти. Поэтому совершать еще одну ошибку я не могу. Никак. Лимит исчерпан. А если ты будешь рядом, я ее обязательно совершу. Рано или поздно. Надеюсь, ты меня поймешь. Сергей Иванович, Сережа. Сережа, постой. У тебя есть дочь Надя? Я знаю. Серьезно? Ты ведь даже не позвонил, когда она родилась. Да ты вообще не давала себе знать все 10 лет. Они сказали, что будут проверять твой телефон. Не хотел тебя подставлять. А на самом деле испугался. Люди твоего отца всегда умели убеждать. Но зачем ты вернулся? Ничего не изменилось. Я изменился, Лен. Я изменился. Mm-hmm. Я его больше не боюсь. Вот как? Кто же ты теперь такой, Олег? Человек, который 10 лет прожил без вас, а потом понял, что в этом нет никакого смысла. Еще бы пару лет назад я бы все отдала за эту встречу. А что сейчас изменилось? А сейчас я встретил другого человека. Я знаю, ты замужем. Любишь его? Ну, это не так, как было у нас, но да, это любовь просто другая. Я жду от него ребенка. Хм, не знал. Олег, я давно тебя простила. Но ты опоздал. Давай все оставим как есть, хорошо? Лен, я позвоню. Звони.
дамы пьют чай. Добрый вечер. Привет. Здравствуй, папа. Лен, подожди. Я тут витамины купил для беременных. Говорят, хорошие. Но если не подойдут, я куплю другие. Спасибо, папа. На здоровье, дочка. Все, идите. Ты сегодня поздно. Да. В город ездил по работе. Припозднился. Что-то случилось? Устал я, как собака. Надоело все, замотался. Да и... Чайку? Нет. Налей мне бочковского. Сереж, тебе надо встряхнуться. Сменить обстановку. Да уж куда больше. Можете на охоту сходить, а? Ты же в этом году не был. Точно не был. Оль, какая у тебя голова светлая. Может, за это и любишь. И за это тоже. Привет, мужики! Михалыч, докладывай диспозицию. Темой владеешь? Плавали, знаем. Угу. Здорово. День добрый. Здорово. Здорово. Ну что, Куваев, адреналинчик-то потряхивает, а? Пока не понял. Ну ничего, скоро поймешь это удовольствие. Ты смотри, с испугу что-нибудь себе не отстрели. Я в армии первые места брал. Ну, я тоже стреляю хорошо. Но ты в курсе. Что со зверем? Ждем. Ну что, душегубы, по 50 грамм на ход ноги. Привет. Здорово. Привет. Привет, Павлович. Так, по 50, а то будет как в прошлый раз. Дрогнули. Михалыч, следы есть. Зверь зашел в квартал. Можем начинать. Принято. Ну все, пошли расставляться. Леша. Угу. Ты первый раз, поэтому в лесу веди себя тихо, не шуми. Стреляешь только в своем секторе. Почему? Там, ну, Михалыч потом объяснит. От той сухой сосны до того пенька. Повального дерева до тех кустов. Угу. Сергей Иванович, от той большой сосны до вон той кореги. Угу. Палыч, с новичком идите на свой номер, я к вам позже подойду. Скорее всего, здесь пойдут. Да я понял. Как-то неправильно у нас с тобой все началось, Палыч. Давай по-человечески поговорим. Странное ты место выбрал для разговора по душам, Куваев. Вот представь, Пал Палыч, запряг тебя Королев предателя искать. Ага. А люди говорят, что, мол, Лех Куваев у Сергея Ивановича ворует, а денежки в сумочку складывает. Синюю, спортивную. А сумочку под пол.
Я знаю, ты у Королева лес воруешь и налево толкаешь. Знаю, а доказать не могу. Вот что мне с этим делать, а? Ну ты и гнида. В дом ко мне залез, да? Ну, почему залез? Тебя не было. Я в гости зашел. Я только одного понять не могу. Зачем? Ты хочешь знать, зачем? Я тебе отвечу. Только, скорее всего, не зачем, Куваев, а почему. Потому что право имею. Это Россия, матушка. Здесь тысячи лет так живут. В свое время еще Салтыков-Щедрин говорил. Разбудите меня через 100 лет и спросите, что делается в России. Я вам отвечу. Пьют и воруют. И Королев твой ворует. И ты воровать будешь, если представится возможность. Не буду. Да будешь, будешь. Жизнь припрет, будешь. А тебе что, жизнь приперла? Тебе живется плохо? Я ж тебя не сужу, я просто понять пытаюсь. Что ты знаешь-то о моей жизни, а? Куваев, что ты знаешь, чтобы судить меня? А ты знаешь, что у меня дочь в доме инвалидов, а? И таких детишек там человек 30. Все они хотят игрушки, одежду, нормальное питание и лечение. А государство наше им 3 копейки на содержание платит. И ты это хорошо знаешь, потому что ты детдомовский, так ведь? А кто им поможет, а? Королев твой, что ли, а? Да ему это нахрен не надо. Он благотворительностью занимается только ради своего статуса и карьеры. А я это делаю от чистого сердца. Ты понял меня? Ну что, есть тебе что ответить? Есть. Воровство нельзя оправдать ничем. Иди к Сергею Ивановичу и расскажи ему все. Так будет честно. Ну что ж. Наверное, ты прав, Куваев. Пойду и расскажу. Сейчас только. Кабанчика загоним. И расскажу. Куваев, где спрятался? Куваев! Надо было тебя, сучара, еще тогда грохнуть. Жаль, рука не поднялась. Сволочь ты. Был бы сволочью, ты бы ребенком умер. Ты что несешь? Я тебе шанс дал, а ты не воспользовался. Твою мать. Палыч. Палыч. Сергей Иванович, он у вас лес воровал. Я хотел, чтобы он сам. Сергей Иванович, вы как? Как я могу быть? Я человека убил. Степан, да, да погоди, не до этого сейчас. У нас тут несчастный случай. Что ж ты наделал-то, а? Ты хоть сам понимаешь, что ты натворил? Я тебе уже говорил, произошел несчастный случай на охоте. Несчастный случай? Все, хватит, Королев! Ты достал, пожалуйста, ты издеваешься надо мной? Ты обещал мне лично, что больше крови на моей земле не будет. Это моя земля! Ты возьми себя в руки и не ори. Успокойся, тут люди кругом. Я спокоен. Все, все, я успокоен. Спокойно, по закону, официально все будет расследовано. Да, и обмазывать я тебя не собираюсь. Не надо мне только про 95-й год напоминать. Я тебе все долги вернул уже 5 раз. Это я выстрелил, Степан Николаевич. Ружье перезаряжал, нажал случайно. А вот так вот, да? Это он выстрелил, да? Случайно. Ну что, Куваев, тебе-то я точно ничего не должен. Так что по 109-й пойдешь. Убийство по неосторожности 2 года. Условно. А вот как суд решит, так и будет. Условно или безусловно. Все, достали. Деньги, которые он у вас украл, лежат в сумке у него в подполе.
Ты зачем это сделал? Я раз тебя просил. Сергей Иванович, у вас и так очень много проблем. Кто-то вас топит, я не думаю, что это был Конобеев. А у меня врагов нет теперь. Условку дадут и забудут. Я позвоню, кому надо. Может, безусловно, обойдемся. Сергей Иванович, о чем он говорил перед смертью? Если бы я слушал, о чем он говорил, сейчас бы грузили не его, а тебе. Он сказал, что мог убить меня еще ребенком, но не сделал этого из жалости. Что это может значить? Кувай, поехали! Чего не бойся. Сейчас тебя отвезут в Сосновку, утром допросят, потом отпустят домой. Про Степана не думай. Он пошумит, покочевряжется, но сделает как надо. Главное, в показаниях не путайся. Поехали. Ой, Сибачок, это не Валькирия, это я. Что здесь забыл? Ну ты что, обижаешься, что ли? Ну, ну погорячился я тогда, ну с кем не бывает-то. Ну хочешь прощения попрошу? Не хочу. Я на тебя, это самое, обиды Петрух не держу. Ты за самогоном? Ну да, за ним в город собрался в качестве гостинца. Да. Деньги потом отдашь. Спасибо. Ну, точно не обижаешься? Да не обижаюсь. Нет настроения у меня. Может такой с человеком быть или нет? Ну, ладно, ладно, пойду. Ну, а может, эту на двоих, а я вторую возьму? Да не хочу я. Не хочу. И говорить сейчас тоже не хочу. Видишь, занят я. Ну, ладно, ладно. Здравствуй, Петр Игнатьевич. Привет. Здорово, бачок. И вам не хворать. На бумазе твоей, а то так кончилось. Спасибо. А ты что, перестановку затеял? Нет. Съезжаю я насовсем. Че это вдруг? С того. Не хочу я с тобой, это самое, Леха, больше контачить. Я думал, ты человек, а ты... Не понял. А я не дурак. В один день Конобеев в тебя пыжом стреляет, а в другой его дробью насмерть. Таким ты стал, да? Ясно. Это не я его убил. Как не ты, когда ты? Ну вот так, не я. Вину на себя взял я, а стрелял не я. Я не могу тебе сейчас всю правду рассказать. Но если не доверяешь мне, ну, значит, не заслуживаю доверия. Точно не ты. Точно.
слава тебе, Господи. А то я собрался уже дистиллерию свою переносить. Упа, значит, Господи. Ну, тебя в смысле. Так, а, может, это самое. Продегустируем по 50. Можно. А этот цветок, Наденька, мы сюда посадим. Потому что он любит свет и тепло. А зимой? А зимой мы в горшочек пересадим. И будем его дома греть. Давай польем его. Пусть растет. Ну все. Пойдем обедать. Подожди, давай, дедушка, подождем. Надюш, он поздно будет. Он опять в городе. Почему он так часто стал в город ездить? Раньше такого не было. Ну, так бывает у взрослых. Они делают не то, что хотят, а то, что приходится. Почему? Ну, как тебе объяснить? Ну, потому что мы не цветы. Нас никто в горшочек не посадит и греть не будет. Приходится самим пробиваться. Вот дедушка и пробивается. И за тебя, и за меня, и за маму твою. Но я вам ничего не могу обещать, пока не увижу материал. Теперь я могу вам дать любые гарантии. Вот, но зубы когда полезут, он может ног перегрызть. Mm-hmm. Не дай бог крестик проглотит это. Ты пока ему не одевай и в шкатулочку положи лучше. Женя! А ты что, без мотоцикла? Да нет, это я там оставил. Нина Михайловна, тетя Валь. Здорово, Женя. Нин, познакомься. Это Женя, друг Андрея. Угрюмов. Ну вот, наконец-то и познакомились. Нина. Да. А то все не срасталось. Я в город уехал после того, как... То ты... О, ё-моё! А Андрюха маленький. Она. Похож? Она. Вон она. Смотри, точь-точь. Как копия. Сергей Иванович едет. Ну что, все собрались? Здравствуй, Сергей Иванович. Михалыч, Валентина, Настенька, привет. Мамаша, поздравляю с крестинами младенца. Спасибо, Сергей Иванович. Здрасте. Держи, это рубашка крестильная. Лёш, спасибо. Целый час выбирали. Так, держи, привет, Лёш. Ой, какая красивая. Привет. Спасибо, Лёш. Настя. Отец, смотри. Ну что встали, крестные? Ребенка кто должен нести? Я. Смотри. Готов? Так, Леш. Андрюшка, осторожно. Иди к крестному. Шикай. Оп. Ну что, пойдемте? Пойдемте, пора уже. Пойдем. Все готово. Документы подписаны. Можете начинать. Ты посмотри, Андрюшка. Только пришло. Да что ты? Все пришли, ну, на Андрюшку посмотреть. Хорошо. Да? Леш, помоги. Да, спасибо. Да ты наливай, наливай. Ухаживай. Ага. Местечко-то давайте освободим. Да, так, да, хорошо. Да. Хорошо. Ну, спасибо. За Андрюшу. Давайте. Ой, за Андрюшку надо. Давайте. Надо, чтоб здоровым был. Давай. Ир, давай-ка я с тобой. Здорово. Здорово. Да. Отец, давай с тобой. Конечно. Боже, так. Ты мой хороший, да. За тебя. Ой, вот как горькая. Андрюшка, ты у нас сладкий. Сладкий, Андрюшка. Я сейчас сладкий.
Ну все, 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 сейчас пойдем, да? Пойдем? Да, ну пойдем. Я пойду его уложу. Я скоро. Правильно, пусть отдохнет. Он сегодня молодцом. Пойдем, пойдем. Настя, рыбу будешь? Нет, спасибо. Вот так. Григорьевич, поищи что-нибудь давай. Ну, да. Вот так. Ну как, успокоился, устал? Угу. Ну, хорошо. Нин, слушай, а что ты не сказал, что ты в городе теперь? Надо же пересечься. И вообще, я теперь крестная кума. Должна маленького навещать. Скажи мне, где вы живете? А я в общежитие вернулась. Там же комната за мной осталась. Ну, гостей туда особо не поводишь. Андрюшка постоянно здесь. Но мы обязательно встретимся с тобой. Конечно. Ты звони тогда. Да. Давай тебе салат положу. А, спасибо. Нин, будь готов. Неси на стол. Леш, за Настей похожу. Давай. Ну что, так и будем? Нам теперь на всех детских праздниках встречаться. Так и будешь сидеть, как на похоронах? Я так и знала, не надо было соглашаться быть крестным. Но малой-то в чем виноват? Зачем я только села в этот поезд? Нин, дай-ка я. Давай. Что там у тебя за работа-то в городе? Представитель фирмы. Поднимаем? Угу. Ну, интересно, девки пляшут. Раньше просто такой должности не было. Ну, а теперь есть. Я не знаю, что там было раньше. Давай. Нин, поставь-ка, поставь. Пойдем на минутку, поговорим. Пойдем. Нина, это я тебе давно хотел сказать. Андрюха мне другом. Ты, значит, его невеста. А я, значит... Нет. Не так. Короче. Если тебе что-нибудь понадобится, ты скажи. Я помогу. Всегда. Ну, поняла. Да. Спасибо. Здесь ждите. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Иванович Королёв в доме? Не. Он за домом. Хорошо. Спасибо. Тобой.
праздником! Здравствуйте. Сергей Иванович. Аркаша, ты какими судьбами? Ну, давай к столу. Давай. Отойдем, я все объясню. Держи. Еще раз с праздником. Спасибо. Спасибо. Что случилось-то? Пожар, что ли? В общем, дело такое. Тебе придется с нами проехать. Прокуратура вот насела. У тебя же с налогами беда. И самое главное, коррупцию тебе шьют, когда ты депутатом был. Прокуратура, говоришь, насела? Ну да. А кто конкретно? Фурсов, которому я должность купил? Или Свиягин, который вместе с собой на свадьбе моей Ленки в Зюзю нажрали здесь, а? Нет, тихо. Говорят, тут повыше из этих. Ну, Шишки, новый, у кого связи в центре. В общем, мы с ним все порешаем, но пока это не решено. Я тебя прошу, нужно посидеть. Ну так, чисто формально. Ну, если только формально. Давай, живи. Ну, прекрати, Иваныч. Я договорился, тебе тюремный люкс обеспечит, отдохнешь. Пока мы все это разгребаем. И да, Сереж, в общем, к тебе скоро с обыском приедут. Я, конечно, все притормозил, но ты давай приберись там, если что. Своим позвони. Позвоню. Спасибо, Аркаша. Леша, я ненадолго. Ты за старшего. Да, Леш, привет. Лен, слушай внимательно, срочно собирай вещи. Подожди, что ты говоришь? Лен, собирайся, сейчас к нам домой приеду с обыском. Когда, сейчас? Да, не нужно Наде это видеть. Ну, конечно. Да и вам с мамой тоже. Хорошо. Собирайтесь, скоро буду. Максим Анатольевич. А. Слава Богу, Леша. Я не хотел звонить. Правильно, что не хотели. А. Вы главный свидетель. Вам нужно потеряться. От пары недель до месяца. Вот наличные. Рассчитаемся потом. Карточками не пользуйтесь. Телефон оставьте дома. Вот. Здесь только один номер. Мой. Связь только через меня. А. Так, прямо сейчас? Да. Ваша жена уже в курсе. Собирает вещи. Я портфель возьму. Берите. Алло, Степан Николаевич, вас скоро попросят поприсутствовать при обыске. Вы мне, пожалуйста, наберите. Ага. Да, все хорошо. В офисе порядок, на Деленке тоже все нормально. Угу. Ба, ключи у тебя? Да. Да. Привез женщину в гостевой домик, организуем пикник, отдохнем. Ой. Угу. Да, давно я здесь не была. Да. Все, даю вам Надю. Это дедушка. Да, привет, дед. Да, все хорошо. В школе, да. Маме учительница разрешила. Ну, ладно, все. Давай, пока. Ма! Да? А я твои старые игрушки нашла. Иди сюда. Лен, ты помнишь, это твой любимый заяц? Да! Ты с ним лет до 10 играла. Как же ее звали? Нарарарара. Рози. Рози, да. Представляешь, Надюшка, какой хороший заяц, да? Рози. Рози. Чьи это трофеи?
Ну, Сережина, конечно. Да, у нас столько приятных воспоминаний связано с этим домом. А сколько мы в нем прожили? Лет десять, да. А знаешь, когда новый дом построили, я не захотела его продавать. Да, но иногда наши друзья приезжают. Надь, возьми вот этот. Здесь останавливаются. Хороший дом. Да. Не хочу, чтобы кончался. Да уж, денек занимательный. А я вот думаю, дядь Леш, почему, когда дедушка дома, все серьезные ругаются, а когда его нет, все веселые? Надь, дедушка вас очень сильно любит, особенно тебя. Ну, я знаю, я его тоже люблю. Хочешь чаю? Да не, я так, пришла сказать спокойной ночи. Хорошо, тогда спокойной ночи. Спокойной ночи. Давай. Давайте. Да. Здорово, Иваныч. Привет. Так, Аркаш, сядь, не отсвечивай. Долго я тут еще футбол смотреть буду? И бока отлеживать? Ничего, дело делается. Правда, прямо тебе скажу, со скрипом. У этого Архипова связи, мама, не горюй. Кого? Ну, этот. Новая метла из прокуратуры. Архипов. Архипов? Архипов. А почему? Я про него ничего не знаю. Да я тебе говорю, как снег на голову. Там вообще какая-то мутная история. Работал в Москве, все вроде в ажуре было. Потом вдруг ни с того ни с сего переводится в нашу дыру. Говорят, сам. Твою мать. Мне тут еще только сознательных, инициативных долбодятлов не хватало. В общем, наберись терпения, придется посидеть. Но я работаю. Да, колесики уже завертелись. Я свой долг выплачивают, ты знаешь. Егерев, ты мне-то не впаривай. Долг он выплачивает. Если я сяду, то и ты за мной. А за тобой еще кое-кто. Ну ладно, я от всего сердца. Ты что, теперь с пистолетом ходишь? А? Карман под мышкой оттопырен. Ну, у тебя глаз, Иваныч. Вот это молодец, встань в угол. И наливай. Да, Нин. Сережа, ты как? Я же просил тебя пока мне не звонить. Я знаю. Я просто очень сильно переживаю, хотела тебя услышать. Не надо волноваться. Все у нас хорошо. Было, есть и будет. Скоро увидимся. Обещаешь? Конечно, обещаю. Извини, Нин, я не могу говорить. У нас тут совещание. Совещание. Эх, Иваныч, Иваныч, все зло от баб. А знаешь, Егерев, кто хуже баб? Это кто? Женщины. Шутка. Да. Привет, Олег. А я сейчас не могу говорить. Что? Нет-нет-нет, приехать я тоже не могу. Послушай, давай я тебе сама перезвоню, хорошо? Не дави на меня, пожалуйста.
Хорошо, я постараюсь. Угу. Пока. Кто звонил? Реклама. 21 век. Можно спрятаться от кого угодно, но не от рекламы. Не говори. Лёш, отнеси, пожалуйста, на кухню. Хорошо. Лен, у тебя все хорошо? Да. Я просто не выспалась. Мамуль, не обращай внимания. Чудесно выглядишь. Спасибо, дорогая. Настя. Привет. Привет. Здравствуйте, Антон Сергеевич. Привет, Вика. Настя, можно я с тобой поговорю? Да. Вик, подождешь меня, ладно? Антон, зачем ты пришел? Хотел тебя увидеть. Хорошо. Как дела? Ну, за исключением того, что я ушел из дома, все хорошо. Как так ушел из дома? Настя, это не важно. Я к тебе пришел. Я знаю, что ты не хотела, но у меня ничего не получается, я очень скучаю. Антон, пожалуйста, мы уже обо всем говорили. Не надо устраивать сцены на людях. Ну, давай тогда встретимся там, где нас никто не увидит, я не знаю, в парке. Знаешь, я кафе строю. Свое, собственное. Теперь сам себе хозяин, сам по себе. Только я понял, что мне одному это не нужно. Настя, я тебе все дам. Я жить ради тебя буду. Я знаю, ты меня не любишь, неважно. Моей любви хватит на нас двоих. Антон, пожалуйста. Нам не о чем с тобой разговаривать. Прости. Настя, дура, да? Вик, не начинай. Нет, ты скажи, ты дура? Такого парня отшить. Он что, изменил тебе? Нет. Ну вот, давай тогда беги, догони его. Я не люблю его, Вик. Да пофиг, главное, он тебя любит. Ты посмотри на него, он любую девчонку склеит. Симпатичный, богатый, а бегает за тобой. Ну что? Я так не могу, не умею. Так повзрослей и научись. Так, ребят, работаем по периметру, ты к воротам. Прошу. А вы пойдете в дом? Я вам доверяю. Понятые, проходите, пожалуйста. Когда суд? Там вообще муть какая-то с этой 109-й. Обещают весной приговор. При отсутствии судимостей и претензий со стороны родственника потерпевшего, условка, скорее всего. Ну, считай, что тебе повезло. У потерпевшего родственника вообще никого. Степан Николаевич, я вам спасибо давно хотел сказать. За то, что помогли. Ну, с историей на охоте. На здоровье. Только я не тебе помогал. Солнышко голубоглазое. Хулиганка. А это прекрасная принцесса на спектакле в школе. Так, ничего особенного, ну просто. Нет, подожди. Прикольная рожица. Где-то сейчас. А вот. Это мы с ней в дельфинарии. У меня душа в пятке, а ей хоть бы хны. Лен, ты специально для меня фотографии подбирала. Угу. Хотела показать тебе. Я хочу познакомиться с нашей дочерью. Олег, ну, а как ты себе это представляешь? Наденька, твой отец не мертвый летчик, а вполне себе живой беглец. Ты же понимаешь, что у нас есть своя семья, и ты не можешь просто вот так взять. Ну, послушай, ты же тоже понимаешь, можно сказать все, что угодно. Можно представить меня своим однокурсником. Можно просто устроить случайную встречу. Можно все, если захотеть.
Олег, тебе надо семью завести, и все пройдет. Лен, пробовал я. Не получается ничего. А помнишь, на дне рождения Верки Каляткиной ты тогда напился и в окно комнаты через балкон перелез ко мне? 10-й этаж. Ты тогда сказал, если что решил, так сделаю. Че, я правда сказал? Так сказал. А сам еле на ногах стоял. Мужик. Да, мужик. Я тогда очень испугалась. Ну ладно, пока. Лен. Ты что решила? А я ничего не решаю, Олег. У меня муж есть. Поговорю, посмотрим. Зачем я столько лет бегал от тюрьмы? Это же не ограничение, сплошное наслаждение. Живи и радуйся. По воскресеньям футбол по телеку, по понедельникам баня, по четвергам массаж. Не жизнь, рай. Все. Больше нельзя, а то инсульт будет. Да, ты мне этого раньше не говорил, мерзавец. Он говорил. Ну что, до четверга? Боюсь, Сережа, в следующий четверг массаж будет делать кто-то другой. Я не понял. Уезжаю я, друг ты мой старинный. Ну куда? Надолго. Магнитик привезешь, у меня холодильник есть. На ПМЖ. К своим? На историческую родину. Ясно. Подожди, ты же говорил, Илья, что еврей, который вовремя не уехал, уже почти русский. Старею, Сереж. Руки уже не те. Устал. Пора на покой. Дети мне домик купили около Кесарии. 5 минут до моря. Пешком. Сегодня уже первый контейнер с вещами отправили. Понятно. Ну, магнитик все-таки пришли. Да я тебя ими засыплю просто. Только уж не сюда. У тебя дома, я таки точно помню, тоже есть холодильник. Ладно. Счастливый путь, дружище. Даст Бог, увидимся. А, куда мы денемся? О! Пост сдал. Пост принял. Сергей Иванович, все в порядке? Что там дома? Обыск был. Мне не понравилось, как они себя вели. Как будто хотели спровоцировать. Надеюсь, не спровоцировали. Обижаете. Ты молодец, Леша. Молодец. У вас точно все нормально? Для моего возраста даже слишком нормально. Вот видишь, с другом простился. Леша, я рад, что ты появился в моей семье. Да ладно вам. Еще год назад я думал, случится со мной, что на кого я все это оставлю. Теперь вижу, есть на кого. Я лишь всегда мечтал о таком сыне. Не волнуйтесь, Сергей Иванович. Я семью в обиду не дам.
Я знаю. Знаю. Ты молодец. Ты молодец, Леша. Все, проваливай. Я футбол смотреть буду. Иди, сынок. Плохое место. Не надо тебе тут торчать. Ну, как я и говорил, мы поднимем пол во второй половине зала, стены сделаем темнее. За счет этого у нас появляются две визуально отдельные зоны отдыха. Но поскольку у нас появился дополнительный метраж... Простите. Да. Да, я в кафе. А, ты поднимайся на второй этаж, я тебя встречу. Ага. Вы меня дождитесь, я сейчас отойду ненадолго. Ну, хорошо. Добро пожаловать. Привет. Ты ко мне или случайно мимо что? Нет, я не случайно. Антон, я хочу поговорить. А, ну, давай только не здесь, проходной двор, давай там. Угу. Проходи. Только осторожно, тут очень грязно. Ну вот. Видишь, ремонт затянулся немножко. Я планировал уже в ноябре открыться, но сама видишь, вряд ли успеем. Антон. Что? Я хочу извиниться. За что тебе-то извиняться? Мне всегда говорили, что любовь — это большое счастье. И я так думала, пока сама не полюбила. А теперь видишь, два несчастных человека. Да брось, Настя. Сердце — такая субстанция. Приказов не понимает. И в логике ноль. Может быть. А может, любовь вообще не главное? Как назовешь? Не знаю. А что, есть какие-то идеи? Надо подумать. Только не быстро. Не сразу, понимаешь? Понимаю. Я завтра в 3 заканчиваю. Я заеду. Заезжай. Не одна же я буду название твоему кафе придумывать. Привет. Что-то не так? Да стучит что-то, понять не могу. А-а-а. Ну а как там папа? Пока без изменений. Леш, можно с тобой поговорить? А мы что, теперь разрешение спрашиваем? Что-то случилось? Нет. Ну, вернее, да, случилось. Когда последний раз была в городе, я, в общем, встретила одного человека. Так? Это отец Нади. Он хочет ее видеть, а я не знаю, стоит ли. Но он же отец. Как я могу быть против? Только что ты Наде скажешь. А мы с ним уже договорились. Правду пока не будем говорить. Скажем, что он мой институтский друг. Ну, вроде нормально. Только ты маме не говори, а то она наверняка все отцу расскажет, ладно? Лен, я никому ничего не скажу. Не волнуйся.
Спасибо. Эй, ужин стынь. Заканчивай, приходи домой. Спасибо. Самое. С каких-то пор ты стучаться начал? Ой, чей ты? Сияешь, как новые галоши. Дорогая вещь. Пойди, всю полочку спустил, да? Дай-ка стакан. Вообще-то неприлично приходить в заведение со своим, но на первый раз. Ну, за что дегустируем? А за то, что я 20 лет топил этого гада. А теперь он у меня в самое дно мордой. Ты про кого это? Про Королева. А ведь это я его. Понимаешь? Я. Никто не мог. А я смог. Че смог-то? Ты че это самое? Справедливость, бачок. Справедливость. Ведь ты вспомни, как все было-то. Ведь я ферму хотел поднять. Комбайны купил. У меня 30 коров было. Земле хотел производственную базу поднять. Ну, не поднял же. А из-за кого? Из-за него. Конечно. Зачем на земле работать? Когда можно пилить да барыжить, таить землю, ничего взамен не давая. А ты вспомни, какая у нас земля была, бачок. Какое мы зерно давали. А молоко, а мясо? Ведь на весь Союз. Двадцать лет, бачок. Сначала просто писал, анонимно. Так, мол, и так. Прошу проверить нарушение трудового законодательства. Все обестолку. У него ж все куплены. А теперь все. Это что же? И пожар ты организовал? Ну, я не горжусь. От безысходности. Да с пьяну. Но ни за что другое мне не стыдно. Только это самое, врешь ты все, Петруха. Где я вру? Ведь ферма твоя не из-за Королева загнулась. От того, что это самое, ты ее поднять не смог. Ты сам-то вспомни. У тебя ж коровы дохли. 2 года не урожая, ты ж в долгах был, как в шелках. И Королев и твои долги выплатил, землю у тебя выкупил. И ты его за это вот так-то? Да кому нужна такая справедливость? Да мне нужна! Мне! Он мне всю жизнь поломал. Всю! Землю погубил. Женщину любимую отнял. Смысл? Ай, бачок, что нам теперь горевать-то об этом, а? Давай-ка выпьем с тобой. Друг ты мой единственный. Не стану я с тобой пить. Кот ты. Свою немощь на другого переложил, 20 лет за ним крысой бегал в спину.
ударил, радуешься. Знаешь, бестолку. Вы ведь только рушить умеете до основания, затем вы же ни хрена не построите. Потому как руки у вас не оттуда растут, да и мозги тоже. Вот как. Так, значит. Ну, ничего. Еще придешь. В ноги упадешь. Все придете. Теперь я тут власть. Я. Забыл. Какой радости? На прогулку? Какая прогулка на ночь, блядь? Ты что, бухуешь? Ну вы гоблины. Кто ж вас на ночь-то глядя к людям без намордника? Понесли. Уснули? Как сурки обе. А мне что-то не спится. Хочешь чайку? Спасибо. Ты знаешь, нашла старый альбом. Я и не знала, что он здесь валяется. Такие фотографии интересные. Смотри, это мы с Сережкой. Я после Тимирязевки приехала на практику. И он начал за мной ухаживать. Молодой какой. Да, как ты. Это смотри, маленькая Ленка. Это Ленка постарше. Ой, какой сердитый Антошка. Это с Антошкой. А это его армейский друг, ладожский. Где-то была его фотография. А, вот, смотри. Они с семьей в 90-е годы, кажется, за границу уехали. Ничего больше о них и не слышали. Смотри, вот этот Сережа, он крестным был. Его сына. Вот они как раз на крестинах. А это крестная. Какая Таня. Татьяна, кажется. Ой, такие интересные фотографии. Что-то пойду я спать завтра смотрю, ладно? Спокойной ночи. Да. Пока, Лёш. Спокойной ночи. Thank you.
3, 4. Учиться в школе? Ну-ка, давай. Ты же понимаешь, что на фото мы будем с Рожками? У меня 1 сентября первый раз в жизни на лысо побрили. Мы тогда с Баратцем были самые модные. За лето отрастили волосы и так пришли на линейку. Директриса как нас увидел, как стала орать. Самое приличное из того, что она говорила, было: «Вы быдлосы, быдлосы вы!» Первый раз я эту байку услышала 1 сентября 95 года, когда Лена в школу пошла. Да, смешная она у нас тогда была. Sweet home. Надюш, сумки разбирать поможешь? Да. Точно? Конечно, мам. Скажи, это кто кому еще помогать будет? Вперед. Стоять. Лицом к стене. Лицом к стене. Ходи. Добрый день, Сергей Иванович. Присаживайтесь. Но я тебя знаю, разумеется. Не помню только откуда. Забавно. Знаете, Сергей Иванович, иногда в деле по 10 томов, а доказать вину преступника так и не получается. А тут всего-то 3 листочка, а в них и 198, и 199, и 199 часть 2. Даже копать не надо. 8 лет я вам, конечно, не дам, но 6 могу гарантировать. Ладно. Давай ближе к делу. Сколько ты хочешь? Я не закончил, Сергей Иванович. Срок – это не главное. Срок – это цветочки. Я отниму все, что у вас есть. Ваш бизнес, ваше строение. Все. У вас все лопнет, как мыльный пузырь. Я понял, понял. Ты крутой, молодец. Я трепещу. Так сколько? А вы думаете, что у всего есть своя цена, да? Вы правы, она у меня тоже есть. 10 лет жизни. Сможете мне вернуть? Ты кто такой? А вот это обидно, несправедливо даже как-то. Я вас каждый день вспоминал, а вы меня не помните. Натравили этого вашего пса Конобеева, чтобы он меня с дерьмом смешал. И сами забыли, а я вот помню. Ты отец Нади? Да. И 10 лет жизни я посвятил тому, чтобы такие, как вы, не смели в нее лезть своими грязными лапами. Одни строили карьеру ради денег, другие ради славы. А я ради этого дня. Я защищал свою семью, ты вряд ли это поймешь. Мне не за что перед тобой извиняться. А мне не нужны ваши извинения. И ваши деньги мне тоже не нужны. Вы так ничего не поняли. Это не торги, это ваше персональное чистилище. И ад начинается отсюда. Это что, апостол Петр с ключами от ворот, что ли? Вот тут в папке находятся фотографии. Перед тем, как сюда прийти, я отправил их вашей жене на телефон.
Всего вам хорошего, Сергей Иванович. Что-то случилось? У тебя рука в крови. А? Я не смогу ему простить этого. Этого не смогу. Ну что ж ты теперь будешь делать? Для начала найду чемодан. Мам, но это он не прав. Почему ты должна уезжать? Потому что он сильнее меня. Потому что я люблю их. Все еще. Он может заставить меня передумать. А я не хочу ему позволить этого. Ну, куда же ты теперь? Поеду к тете Ире, к сестре в Москву. Ну, а там видно будет. А Надя, мы с тобой как все это объясним? Не знаю пока. Ну, придумаем что-нибудь. Да. Отец, иди к себе. Не могу. Я при мастере. Иди сюда. Надя Михайлович, иди, я сам управлюсь. Не соскользни, сыро. Нина! Здравствуй, Нина. Привет, Лен. Скажи, а что ты чувствуешь, когда разрушаешь чужую семью? М? Пожалуйста, давай не здесь. Отойдем, чтобы они не слышали. Я знаю, что ты мне не поверишь. Я бы и сама не поверила. Но правда в том, что я действительно его полюбила. Какая ты у нас влюбчивая. Похоронила одного, полюбила другого. Лен, мне не за что оправдываться. Я не виновата, что встретила твоего отца. Как его вообще можно любить? Можно. Если б не мама. Лен, ну правда, я не хотела разрушать вашу семью. Я его ни о чем не просила и не попрошу, правда. Мне ничего от него не нужно. Если ты хочешь, чтобы я уехала, я уеду. Но это ничего не изменит. А ведь мне полагается глаза тебе выцарапать. А я вот смотрю на тебя и думаю, может, и хорошо, что ты появилась. Слушай, а забирай его. Я серьезно. Пусть тебе жизнь портит.
Нин! Нина! Нин, ты где? Андрюшка проснулся, корми малого. Жень, как говорится, спасибо тебе, что помнишь, помогаешь. Да ладно, ладно. Нет, нет, Жень, правда. Спасибо за крышу. Ну, ладно. Пора мне. Погоди. Еще по одной, чтобы крыша не протекала. Нет, Леонид Михайлович, не протечет. Дела. Правда, пора. Нин, проводи к меня. Проводи, проводи. Поставь. За крышу. Я сказала, поставь. Я это слышал тебя и Ленку Королевскую. Значит, знаешь. Случайно. Ты спрашивал у меня, чего он мне такого плохого-то сделал? Ну вот. Андрюху сынок его под монастырь подвел. Не пил он в тот день. Тебя мы встречать собирались. Праздничный такой. А Королев, чтоб сынка своего отмазать, бабла мужикам раздал. Вот они и подтвердили, что Андрюха и бухой был, и на делянку в ту ночь приехал. А все это еще днем случилось. При всех. Антон ему сруб обещал, если тот за минуту сосну завалит на спор. Дом он хотел построить для тебя. Я не хотел говорить об этом, но решил, если у вас с Королевым это любовь, то ты, баб, должна знать об этом. Здрасте. А я заканчиваю. День добрый. Скажите, а вы знаете эту женщину? Не. Ну, куда? Не. Да Танька Бескотникова. Да ладно. Да зуб даю, только молодая. А черт. И правда, Танька. Скажите, а как я могу ее найти? Она жила в этом доме? Ты пойди вот сядь там на лавочке около третьего подъезда. Она скоро пойдет с работы домой на обед. Спасибо. Татьяна? Да. Скажите, это ведь вы? Да. Мне нужна информация об этих людях. Любая. Вы их знаете? Простите, молодой человек, а вы кто? Я вот этот мальчик. Коля?
Мы все выросли в одном дворе. Я, Ира Селиванова, Илюша Ладожский. Он был старше нас на год. Такой же красивый, как его фамилия. Мы все по нему сохли тайком. Но он выбрал Иришку. Они будто созданы были друг для друга. Оба рано остались без родителей. У обоих ни сестер, ни братьев. Тогда еще песня такая была, просто встретились два одиночества. Поженились они, когда он пришел из армии. Кстати, вот на этой фотографии этот человек, его армейский друг. Сережа, по-моему. Крестный твой. Ничего, что я на той поле? Коля. Не поверите, мне в детдоме дали отчество, Николаевич. После армии Илья ушел в бизнес. Дела заладились, но в 96-м что-то произошло. Не знаю, что, мне не говорили. В общем, однажды ночью прибегает Ира. Дает мне ключи от их квартиры. Так, мол, и так, выручай, подруга. Нам надо срочно сбежать за границу на пару лет. Ну, а ты поливай цветы, перекрывай воду, когда стояк чинить будет. И что потом? А потом они не вернулись. Все ваши вещи собрала сюда, чтобы не портились. Я буду на кухне, Коля. Татьяна, я поеду, наверное. Да ладно. Вот это возьму с собой, хорошо? Да, конечно. Спасибо. Я позвоню. Коль. Ну, иди с Богом. Спасибо. Я всегда знала, что мой отец сложный человек. Но не думала, что он чудовище. Помнишь, в школе мы проходили царь Мидас? Все, к чему он прикасался, превращалось в золото. Все, к чему прикасается мой отец, просто гниет. Куда уехала Ольга Васильевна? В Москву, к сестре. Мы тоже уедем. А куда?
Ты же не выгонишь ту женщину, которая живет в квартире твоих родителей. Ну, поживем в гостинице пока. Даже сейчас он сильнее нас всех. Он все разрушил, обижимый. Слушай, Леш, а почему мы должны бежать? Ведь ты же говоришь, эти документы, судя по ним, практически все здесь принадлежит твоему отцу. А значит, ты прямой наследник. Ну, нужно еще доказать, что я настоящий ладожский, а не какой-то самозванец. Всю свою сознательную жизнь я мечтала отсюда уехать. А теперь уезжать обидно. Наде об этом во всем знать не стоит. Конечно. Ну что, давай собираться. Угу. Отцы и дети. Как тебе? Родные люди. Так вроде лучше звучит. Слушай, а может, ну ее нафиг от семейную тему? Как думаешь? Не знаю. Нет, ну в смысле, кафе-то семейное, а название нейтральное. Там, например, свобода. Детство — это свобода. Да и вообще, универсальное слово, каждый поймет, как хочет. Нет уж, давай это. Не надо свободу. Настя, а ты уверена, что тебе это нужно? Ну, конечно. Нужно. Но ты же сам говорил, что твое кафе будет самым классным в городе. Я очень хочу быть причастной. Да я про свадьбу. Я не хочу стать ошибкой в твоей жизни. Тош, ну, если мне суждено сделать ошибку, давай она будет такой, как ты. Пойдем. Все будет хорошо, Лен. Мы это переживем. Давайте. Лицом к стене. Заходи. Говори. Все серьезнее, чем мы думали. Мы, конечно, кое-что делаем, но у него железные связи в Москве. Шаг вправо, шаг влево, сразу звонят из центра. А ты понимаешь, никто не рыпнется на центр. Нам проще за тобой, как за паровозом, на пару лет. Тебя, значит, делегировали от лица общественности сообщить мне об этом? Знаешь, сколько я сил потратил, чтобы добиться этого свидания? Ты договорился об этом свидании, потому что он так хотел. Чтобы я здесь сидел и слушал. Как вы все меня кинули? В общем, у нас к тебе предложение. Не потянешь нас за собой, мы тебе гарантируем хорошую компенсацию. Хорошую компенсацию, Сережа. Но потом. Ты про Ольгу узнал? Чего? А, уехала она в Москву. Но твои еще здесь, в городе, они сняли номер в гостинице. Неделю как. В гостинице? А зачем? Не знаю. Откуда я знаю? Дай телефон, мне тут звонить не дают. Забрали у меня телефон. Что думаешь о нашем предложении? Забрали? Конвой! Выводи. Поговорили мы с другом.
Привет. Привет. Наденька, познакомься, это дядя Олег, мой однокурсник. Мы когда-то с ним дружили. Привет. Здравствуйте. Так похоже на маму, обалдеть можно. Ну, что, прогуляемся? Или в кафе? Мороженое? Кукурузу хочу. Кукурузу хотим. А есть еще такой анекдот. Когда приходит еж в паспортный стол и говорит, я хочу сменить фамилию. Его спрашивают, какая у вас фамилия? Он говорит, быстрый. Какой вы хотите? Ну что, Надежда, кстати, как вас по батюшке? Олеговна. Какое совпадение, боже мой. Олег. Мам, а помнишь, мы прошлым летом здесь с дедушкой гуляли? Помню. Кстати, а когда он вернется? Он вернется не скоро. Дедушка уехал по делам. Тогда поехали к нему. Солнышко, мы не можем к нему поехать. Почему? Ну, просто дедушка очень далеко уехал. На, мне больше не хочется. Ну. Скучаешь по деду? Угу. Мам, а поехали домой? Может, он уже вернулся? Надь, может, на карусели, а? Давай на карусели, Надь. Хорошо. Олег, все в порядке? Это я посадил твоего отца. Он преступник. Он нехороший человек. Сейчас я не понимаю, кто в этой истории. Или обиженный мальчишка, или прокурор. Я пытался забыть. Честно пытался. Значит, Верь, ты приехал ради него? Не ради Нади? Я должен был стать сильнее. Так я думал сначала. А теперь? А теперь я понимаю, что отнимаю своей дочери дорогого ей человека. В моей жизни когда-то был любимый. Меня с ним разлучили. Но я о нем не забыла. Хотя бы в качестве друга, но он мне нужен. А такой второй, как Сергей Королев, помешанный на контроле и правоте, мне не нужен. А главное, он мне нужен Наде. Да чего шумишь-то? Иду. Че стучишь? Телефон дай, позвонить надо. Не велено тебе телефон давать. Ты человек, нет. Я заплачу. Сказал нет, значит нет. Как прошла встреча с однокурсником? Нормально, без происшествий. Дядя Олег очень добрый. Антон, привет. Брат, наконец-то сыскал время. Лучше же так, чем никак. Сестрорецкий. Ну что, новый дом? Сбылась мечта идиота? Да уж, только как-то через одно место. Слушай, ты мне лучше расскажи, как твои дела? Меня второй месяц глушит вопрос, где ж таки ты взял деньги на своем кафе, а? Где, где, где? Украл. Садись, рассказывай. Ох, ну что? Ну? Минуточку. Ага. Я надел свой лучший костюм, угу. Пришел в банк, угу. Посмотрел на них чистыми, незамутненными разумом глазами. Какими? Незамутненными. А, дальше.
И представил гениальный бизнес-план. Барат сдал. Подожди, кто Барат? Расскажи о своей свадьбе. Готовишься? О, да. А вот об этом сестра ей пришел с тобой поговорить. Чего? Понимаешь, ты мне рассказал про отца? Мне бы волосы на себе рвать, фамилию менять. А он мне даже не ёкнул ничего. Не потому, что мы с Лёхой твоими половниками не сошлись, нет? Просто я, по сути, ничего нового не узнал. Папа всю дорогу свой комфорт чужими слезами обеспечивал. Не хочу о нем говорить. Давай лучше о твоей свадьбе. Да, свадьба. Понимаешь, сестра, в последнее время мне кажется, что коварные гены все-таки сделали свое дело. И мы с тобой оба ведем себя так же, как он. Ты о чем? Ты знаешь о чем. Ну и что ты от меня хочешь? Совета, Ленка. Ты живешь с человеком, которому ваш брак в тягость. Женился он на тебе, прямо скажем, не от большой и светлой любви, не по расчету. А я собираюсь сделать то же самое с той, которую, по сути, любит твой Леха. И она его. Поделись опытом. Можно стать счастливым, сделав несчастным того, кого любишь. Ну, а как бы ты поступил на моем месте? Просто скажи, оно того стоит? Антош, я не знаю. У меня нет ответа на этот вопрос. Почему? Знаешь, когда он только появился, у меня впервые за долгое время вот тут вот что-то защемило. Как в молодости. Знаешь, такой кайф, эйфория. Жива, черт возьми, жива, жива, понимаешь? Но ведь женщине свойственно принимать за любовь что-то другое. Особенно, когда 10 лет живешь в клетке и забываешь, какая она на вкус, эта любовь. Не понял. А сейчас ты что, вспомнил? Тош. Я чего-то не знаю. Я бы с радостью помогла тебе советом, братик. Но прости, тебе придется принимать решение самому. Что ты делаешь? Я очень люблю тебя, Настенька. Не надо совершать ошибку. Даже такую прекрасную, как я. Thank you.
Лен, я не понимаю. Ты все прекрасно понимаешь, Леша. Просто мы с тобой совершили ошибку. Какую ошибку? Ты с ума сошла? В тебе наш ребенок. Хорошо. Если нет никакой ошибки, скажи мне прямо сейчас, что ты меня любишь. Лен, да что с тобой? Мы родим ребенка, у нас будет нормальная семья. Ты себя слышишь вообще? Вот видишь, не можешь сказать. Потому что ты хороший, мы друзья, и ты не станешь обманывать друга. И я не стану. Я тоже тебя не люблю, Леш, просто я думала, вернее, надеялась, что любовь может быть такой, как у нас. Но ведь это не любовь, верно? У нас будет нормальная, полноценная семья. Это не обсуждается. Леш, разве может быть семья полноценной, когда в ней кто-то несчастлив? Когда мама с папой ненавидят друг друга из-за того, что они вынуждены жить вместе без любви и срываются на ребенке, потому что ради него они сломали свою жизнь. Лен, ты просто не понимаешь. Правда? В моей семье было оба родителя, но счастливыми это никого не сделало. Да. Когда мы с вашей дочкой учились в институте, нам читали лекции, рассказывали про кольцо Нибелунгов. Так вот, у них там был клад. И каждый, кто прикасался к этому кладу, превращался в дракона. Очень трогательно. Клад, пора уже? Пора. Давно пора. Обязательно, обязательно заплачете. Знаете, Сергей Иванович, вы для меня стали чем-то вроде этого клада. Проклятием. Да уж. 10 лет лизать в жопу в Москве, чтобы засадить меня в камеру. Действительно проклятие. Так себе тебе, правда? Но ничего не поделаешь. Я ее себе поставил. По крайней мере, она у тебя была, а теперь даже такой нету. Посадил меня, а теперь не знаешь, зачем тебе дальше жить. Ходишь, дурацкие сказки рассказываешь. Ты чего пришел? А я даже спорить не буду. Мечта ведь, она всегда оказывается преснее, чем путь к ней. Важно другое. Сможешь ли ты найти в себе силы на новую мечту? Или так и сдохнешь от ненужности самому себе? Бедненький, мне тебя жаль. Но другого у меня, чтобы еще 10 лет потратить на месте, тебя не будет. А мне не нужно. Я нашел себе новую цель. А вот насчет вас, Сергей Иванович, очень сомневаюсь. Очень. Какую же цель ты нашел? Не стать драконом. Ну что сидишь, давай на выход. Свободен. Здравствуй, Сереж. Надо же. Никто не пришел, а ты пришла. Я пришла для того, чтобы отдать тебе это. А что случилось-то? Все теперь знают, и что? Я к себе уезжаю. Видеться мы больше никогда не будем, и денег я у тебя больше никогда не возьму. Знаешь, Сереж, я ведь и правда тебя любила. Есть такие вещи, которые даже любимому человеку нельзя простить. Я знаю, как Андрей погиб. Отпусти. Оля, ты не можешь так поступить. Да, виноват! Мы 30 лет строили эту семью. Что теперь, 30 лет жизни под хвост коту, да? Сереж, успокойся, послушай меня.
ты знаешь, что эти 30 лет я терпела все. Я не лезла в твои дела. Я не спрашивала, где ты берешь деньги. Я не мешала тебе воспитывать детей так, как ты считал нужным. Даже когда ты ломал им жизнь, я ничего тебе не говорила, к сожалению. Я просила тебя только об одном. Если я тебе когда-нибудь надоем, сделай так, чтобы не унижать меня. Ну, здравствуй, крестный. Я до последнего надеялся, что ошибаюсь. Не ошибаешься. В начале 90-х у меня были проблемы. Мне надо было переписать на кого-то собственность. И этот кто-то был Илья Ладожский? Мой отец? Он был моим армейским другом. Хороший, тихий человек, работал на заводе, в конторе. Естественно, я стал ему платить деньги гораздо больше, чем он там получал. И он очень изменился. Изменился на сколько? Настолько, что перестал жить по твоим правилам? Что вышел из-под контроля? При чем тут мой контроль? Он захотел организовать собственный бизнес. Я ему предлагал помощь, он отказался. Он гордый. Естественно, сразу попал на большие деньги. Чтобы расплатиться с долгами, заложил мою фирму, которой, заметь, не было ни одного его рубля. И заложил не в банк, а серьезным людям. Я тогда вошел в его положение. Выкупил его долги, было туго, но я справился. А он понял, что схема работает. Ему это понравилось. Я не знаю, как-то он не смог остановиться. Опять взял большие деньги, опять у серьезных людей. Опять под залог моей фирмы. А потом вдруг исчез. Неделю его нет, другую нет. Долг, естественно, повесил на меня. Мне стали звонить. Потом приехали, стали угрожать. Мне угрожать. Семье угрожать, жене угрожать, детям. Вдруг он объявился, звонит. Надо поговорить, я еду. Поговорить ему надо, мать его. Едет он. Не знаю, я тогда был в бешенстве, меня накрыло. Я могу простить любые грехи, могу даже простить предательство друга. Но когда дело касается моей семьи, тут нет. Поэтому ты послал навстречу Конобеева? Да. Я не жалею, что я заказал твоего отца. Так было надо. Когда тебя опустили раз, потом еще раз, а ты все это проглотил. Ты перестаешь быть человеком, ты перестаешь уважать сам себя. Он сам виноват. Сказал, ответь, ошибся, плати. Только вот эта история с твоей мамой, с Ириной. Не смог себе простить, да и сейчас и с ребенком, про которого Конобеев мне ничего не сказал. Я потом узнал, случайно. Мама Вера просила помочь с оформлением документов на наследство. Все говорила про какого-то мальчика, который ей как сын. Просила помочь ему поддержать. Показала фотографию, а на ней ты. Ты вот этот вот ангел, который висит у тебя на шее, который я сам тебе заказывал на Кристины. Так я узнал о тебе. Я потом часто думал, зачем он тогда взял вас с собой. Я думаю,
И боюсь, ну, как-то иначе не выходит. Что он вез вас ко мне, чтобы спасти, спрятать. Я же тогда об этом не знал. Я и сейчас не знаю. Просто я так думаю. Чувство вины, оно заставляет все грехи на себя повесить. Все, все, все. Да. Вот и все. Прости меня, Леша. Я пришел сюда, чтобы тебя убить. Но если я это сделаю, я стану таким же, как ты. Все, что ты создал, все, что строил, все, что так долго защищал, все это оказалось бессмысленным. Ты посадил дерево, но оно выросло гнилым, потому что корень у него был гнилой. Живи теперь с этим. В одиночестве. Ребят, они приехали! Ура! Так, отлично. Делаем фотку. Лен, надо снимать. Да, сейчас. Супер. Показывай бабушке. Бабуль, ну-ка. Показывай скорее. Покажи. Ой, какие вы смешные. Тихо. Привет, привет. Тихо. Ты мой сладкий именинник. Иди к бабушке, иди. Привет. Мама здесь. Кто у нас такой мой? Так. Кто это? Не надо плакать. Привет. Мой. Давайте сфотографируем. Привет. 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 Проходите. Здравствуйте. Спасибо. Поздравляю вас. Здравствуйте. Поздравляю. Это вам. Спасибо. Хорошенький. О, родные люди в родных людях. Привет. Открывай. Привет. Есть открывать. Осторожнее, только не напугайте ребенка. Садись. Ну-ка. Так. Ну. Вперед. Вперед, за здоровье! А теперь! Мужчина. Поздравляем! Если я его не задую! Черт! Говори, молодец. Что будешь пить? Вино красное. Ну, поговори. И я подайте, пожалуйста. Ребятки, у меня созрел тост. Я хочу выпить за родителей. Леночка, Леша. Привет, дедушка. За тебя, Лен. Спасибо.